Наша цель, конечно же, поддержать Украину в этой сложной такой ситуации, что мы всегда делали и будем делать в будущем, конечно же. Мы желаем от всей души, чтобы как можно быстрее вернулись в нормальное русло жизни. Мы понимаем, что это нелегко, и психологически тоже, и глубоко соболезнуем по поводу трагических событий 2 мая. Это большой шок для всех, не только для вас, для всех, которые являются друзьями Украины.